Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. И боги нас благословят. Мы криком заглушая слух, здесь тренируем крепкий дух. И не колеблются сердца, и тренировки без конца. Себя ломаем в прах и пух. В делах усталость, в мышцах боль. Нет, недовольны мы собой. Стремимся к мудрости и силе, хоть нас об этом не просили. И постоянно рвемся в бой. Вот лица заливает пот, движение лишнее, и вот вдруг кулаки вросли в бетон, никто не будет. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.